Добрый день! Сегодня протестируем чистящее средство Amway. Будем тестировать его на общем холле приквартирном. Мы видим, что здесь вот этому линолеуму уже больше 10 лет. Есть пятна. Вот он так пожелтел. Вот в чистом виде он где-то вот так вот в углах выглядит, там где не ходит. Я уже предварительно здесь пропылесосил, протер тряпочкой обычной, влажной микрофибровой. Сейчас буду наносить вот это вот средство. В конце видео будут фотографии, вот он, из чего оно состоит, вот с таким вот распылителем. Давайте сейчас я его буду наносить. Попшикаю, подожду и протру. И сниму, что будет после этого. Я сейчас буду протирать. Прошло минут 3-4. Вот чистый микрофибровый тряпочек. С усилием ногой протирать. Стало длиннее. Сейчас я его промою еще. Вот результат. В конце, вот за дверью, там в дальней части я не мыл ничего. Здесь промыл. Все равно еще остались некие пятна. Вот, я их хочу white спиритом очистить. Давайте подождем еще немножко. Вот эти пятнышки, видите? Очень засохшие пятна краски. Растворитель, конечно, отмыл, но все остальное не особо. В конце коридора я тоже протер тряпочкой для общей чистоты. В общем, такое ощущение, что это линолеум в принципе невозможно отмыть.